Артем Мартиросов. Артем, радостно вас видеть. А сможет ли наш участник синтезировать свои таланты и выполнить задание, где мы поженили музыку с мнемотехникой? Проверим вместе с Артемом Мартиросовым. Итак, в студии вы видите раскладку клавиатуры роялик. К каждой клавише мы привязали определенную цифру. Каждую октаву обозначили отдельной буквой. В каждой октаве своя цифровая комбинация. Задача Артема — запомнить всю эту информацию, одновременно играя на рояле. После чего нашему герою предстоит на слух определить каждую клавишу, которую я нажму на рояле, ну и назвать ее цифру согласно раскладке. Если все понятно, мы начинаем испытание для Артема Мартиросова. Итак, этап первый. Играем и запоминаем. Перед этим этапом я попрошу ассистентов открыть цифры на раскладке. Прошу. Итак, маэстро, музыку прошу. Ну что ж, музыка закончилась. Спасибо. Этап второй. Я прошу ассистента закрыть все цифры. Спасибо большое. Мой звездный час. Я сейчас... Начнем испытание. Начнем. Готовы? Да. Поехали. Отдельные нотки. Да? Готовы? Ля, октава Е. Ля, октава Е. Так, а нам нужен ассистент. Спасибо большое. И цифра. Цифра. Семь. Семь, допустим. Да, действительно, семь. Прекрасно. А если вот так? Е, ми бемоль. Совершенно точно. Это октава Е, ми бемоль. А цифра? Четыре. Предположим. Действительно, четыре. Можем попробовать интервалы? Перемещаемся в другую октаву. Ре, фа диез. Ре, фа диез, точно. Октава и F. F, точно. Октава F. Цифры. Ре – это 2. Фа диез – это 7. 7. Отлично. Да, спасибо. А маленький музыкальный фрагмент. Но все-таки это несколько нот подряд. Попробуем? Угу. Е, ми. Октава, так, е, октава ми. Е, нота ми. Ми. Это 3. Цифра 3, точно. Да. До. Это, до. До октава Е это 5. Давайте проверим. До 5.
Ну, там несколько раз повторяется эта конструкция, а потом... Да, потом... Чижик-пыжик. Потом фа. Шесть. Шесть. Проверим. А так, ну, ми? Ми это было, это три. Так, точно. А ре? Ре это... Ре это пять. Проверим. Пять, действительно.